Я не пойму, что вы хотите от меня, все деноминации разделения. Я посвящаю свою жизнь Иисусу Христу. И этот канал только для тех, кто хочет быть с Иисусом Христом, для детей Божьих. Зачем ты мне пишешь, что я что-то не так делаю? Покажи мне твой канал, где 25 тысяч людей подписаны и 700 свидетельств. Потом будем с тобой дальше разговаривать. Если ты сам не служишь Богу, почему ты мне говоришь, что я что-то не так делаю? Если ты сам не хочешь идти за Иисусом, почему ты мне говоришь, что я что-то не так делаю? Ты посмотри на свою жизнь, потом пиши мне. Если ты мне покажешь, как в Библии стоит, если будут плоды у вас, тогда у вас живет Дух Святой. Это не я говорю, это пускай все люди скажут, которые говорили и говорят на канале, что Дух Святой действует, что Бог живой. Покажи мне свой канал. Зачем ты мне пытаешься объяснить, что я что-то не так делал? Начни сам служить Богу, пока не поздно. И потом пиши мне. Не надо мне там в поле не воин. Да ты сам посмотри на себя, дорогой мой друг. Начни сам служить Богу, потом пиши мне. Просто так не надо писать. Я иду за Иисусом, и плоды видно. И не надо говорить, что я что-то не так делал. Ты сам начни идти за Богом. И потом вот посмотрим, да потом напиши. А так зачем просто так писать? Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.